it's like to be the bad man. That's what I show you, mama. That's what I know you want. A little Mark Anthony. That's what I show. Папуль, скинь, пожалуйста, денежку на карточку. Тебе кино что-нибудь взять? Да нет, я на здесь. Хорошо. Что же взять в кино? Знаешь, что забыла? Вот блин, колесо пробило, что делать? Сейчас все починим. Да как это работает? Может, подуть надо? Что меня так достал, почему мы всегда делаем все так, как ты хочешь? Ну-ну. Эх, если бы и правда все было так, ты бы кормила меня, несмотря на свой чертов маникюр. Наливала бы мне воду по любому щелчку пальцев. По абсолютно любому щелчку пальцев. Если бы мне нужен был пуфик, ты бы его заменила. Держала бы в абсолютной чистоте мою обувь. А в магазине бы ты была моим личным носильщиком вещей. Слышь, ты что размечтался? Неси пакеты, тебе дома еще посуду мыть. Кать, я тебя, конечно, очень люблю, но у тебя ничего не получится. Часто в отношениях отсутствует поддержка, из-за этого начинания так остаются незаконченными, а все мечты так остаются мечтами. А ведь все до жути просто. Ну почему у меня не получается сесть на диету? Значит, давай вместе сидеть хотеть. Блин, я тут подумала, может, в зал записаться? Нет, классная идея. Чтобы тебе было легко, могу ходить в зал с тобой. Серьезно? Тогда будем ходить вместе. Саш, я не припаркую, Саш! Как все получится, выкручивай рулит, давай назад. Саш, помоги, пожалуйста! Саш, в отношениях очень важна поддержка, и поэтому... Давай, давай, родная, ты сможешь! Сейчас я вам покажу. Ну, хрен знает. А укради-ка для меня сумочку из магазина. Рам, Вася, рам! Не оставь шанса мусором! Слушайте, а может мы зря его гасим? Нет, я так не думаю. Ты хотела чайник, а тут как раз твоего любимого цвета. Что? Чайник? И ты за все это время не забыл, какой у меня любимый цвет? Я помню, ты хотела синтезатор, поэтому вот он. Что? Ты серьезно? Ты лучше! Какая классная песня, да? Ломада. Хватит, достали уже эти песни. Голос у тебя отвратительный. Пойдем. Какая классная песня, да? Ломада, мы танцуем. Слушай, мои друзья звонили, они сейчас приедут. Ты не против, Андрей и Саша? Эти придурки? Не, давай без них. Слушай, мои друзья сейчас звонили, они приедут. Ты не против, Андрей и Саша? Нет, не против. А я своим позвоню и вместе за Санем. За Санем.
что? Как я тебе? Прикройся. Ты что, голый вышла? Ну что? Как я тебе? Шикарно. На 5 баллов. Привет, ну что, пойдем сегодня в кино? Привет, давай. Я, кстати, уже билет купила. О, супер, вот. Извини, звонок. Алло, Кисик, а пришли мне, пожалуйста, денежку на карту. Болею дома. Позже перезвоню, ладно? Я только сейчас за деньгами в машину схожу, хорошо? Ты мне скажешь так просто о любви. Мы как двое подростков. Девушка, девушка. Девушка, может, обменяемся телефончиками и сходим куда-нибудь вечерком? Алло, малышка, я уже бегу. Занимаю очередь. Да, хорошо, мы заняли очередь. Мы? Я и мои подружки. Вы все спрашиваете, как я ухаживаю за своим лицом, и сегодня я вам расскажу. Это обычный женский крем от Johnson's Baby. И по вот этой ссылке вы сможете купить ее по моему промокоду с 15% скидкой, поэтому скорее спешите. Если еду совсем не лень, если еду совсем не лень, я всегда найду ее. Дорого, дорого. Обожаю кофе, и если кофе, то я выбираю только Starbucks. Говорить как мы дорого. В общем, я выбираю платье только в Стокман, не заказываю на этих дешевых Алиэкспрессах, потому что я считаю, что вещи должны стоить дорого. Я уже давно занимаюсь спортом, и знаете, если вам нужны консультации, вы можете, конечно, меня спрашивать. Но вот я похудела давно уже, потому что я соблюдаю колораж. Привет. Давай все по-честному. День ты, день я. Она быстро выбирает. Договорились? Договорились. Блин, как молочный коктейль хочется. Пару минут. Твой молочный коктейль. Что это за гадость? Я хочу, нет, я хочу. Сегодня классно, да? Детка, я плачу. Вас 3000 рублей. Я хочу, нет, я хочу. Туфли Джимми Чу на Бали хочу. Я вижу, как они... О, Саня. Алло, Саня, здорово, братан. А ты что, снова с этой жирной, что ли? Эти говорю, моя. Моя. Я тут решила, что будет друзьями, но все-таки лучше. Прикольно, но может быть еще что-нибудь посмотрим. Какая ты жирная, может похудеешь для начала. Ну что вы пойдем? Давай, может быть, на боевик пойдем. Не все равно, что тебе нравится, мы пойдем на то, что нравится мне. Вот твоя еда, держи. А себе ты что-нибудь взял? Я заметил, что я потолстел и на водичке посижу. Все бабки на твою еду потратил, теперь вот воду пить буду вместо еды. Дорогой, а что ты хотел сегодня на ужин? Не знаю. Да мне вообще похуй, я бы лучше в ресторане поел. Все, готовишь. Это тебе. Как я это высуну, твой шманский букет? Сейчас приедет мой парень, мы поедем в ресторан. Ты что, прикалываешься? А если нас подписчики на солярис купить? Зай, сейчас смотрит друг другу песни посвящает. Может, споешь мне что-нибудь? А я в Инстаграм спешу. Моя девочка самая лучшая. Моя девочка самая. Скажи, что красивая. Моя девочка самая красивая. Меня батарея. Дорогой, может, ты сделаешь мне сюрприз? Впервой. Уже минут 40, как ушел последний мой. Не впервой, да мне не... Ты хочешь, чтобы я это выставила? Смотри, и девушке Порш подарили. Ждешь? Знаю мы точно. Увидимся позже, я не пойму. Милая, может, отдохнешь уже от Инстаграма своего? Ага, сейчас.